Всем, ребят, привет! Наконец-то поймал я ельца, закрыл я мешочек, наконец-то я поймал. Уже было на 180 грамм, по-моему, мы поймали на 190 грамм ельца, наконец-то. Я покажу, где я его сей поймал, это мы. Вот. Вот все, поймать на 180 грамм, мы поймали на 200, давайте в садочек его. Получили мы мешочек. Окей. Я поймал на 120-120, ловил я на личинку кастера, леска 1,6, крючочек 22, глубина 18 сантиметров. Ну, можно еще ловить на мух, на кастера лучше, потому что вот сейчас покажу, вот и лес, который здесь клюет, вот я брал только зачетный, вот 138-190, вот тут он здесь есть, клюет. Можно сказать, на протяжении всего дня. Видите, вот опять клюнул. Здесь попадается еще подвичка. Видите, вот и лес. 57 зачетный. Даже еще раз можно закинуть. Есть еще попадается иногда. Попадается еще подвичка. Ну, редко. И густерка может клюнуть. И может клюнуть еще у нас. Кстати, тоже она нужна. Но пока если крупно не попадалось. Это уклеечка. Это нужно там тоже от 80 грамм вроде сколько, ну и лес вот на этой точке присутствует в хорошем количестве. Вот видите, клюет довольно нормально. Кому было интересно, точка. Ловите, да, повезет вам, мишки продлили, может вы поймаете. Все, всем спасибо, всем мир, удачи и всем пока.